Кровопускание – средство от всех болезней. Все живы-здоровы? Ну и хорошо. Так, примочка. Сестра, запишите время смерти. Медицина бессильна. Коллега, вы делаете успехи. Браво! Пора принимать лекарства. Больной пребывает в глубокой депрессии. Выписываю рецепт. Инструменты. Вам прописан постельный режим. Больному показаны водные процедуры. Шприц. Минуточку, больной. Заводим историю болезни. Ой, хирургическая точность. Сестра, наложите повязку. Клизму не желаете? Пульс не прощупывается. Мы теряем его. Ой, я теряю кровь. Вызывайте санитаров, ожидаются большие потери. Оп, вот так. Я под защитой Красного Креста. Попробуем шоковую терапию. У меня хорошие новости. Мне нужно переливание. Что делать? Каждый имеет право на ошибку. Готовьте носилки. Поздно пить боржоми. Эй, я доктор. Ой, ай, на. Со скальпелем я лучше обращаюсь. Ну-с, приступим. Ой, врачебная ошибка. Отлично сработано. Кровь за кровь. У тебя какая, кстати, группа? Удалить посторонний предмет. Сестра, этому 5 миллиграмм валиума. Это новый препарат? Покажись психиатру, кретин. Какая подлость взрывать врачей. Поздравляю, коллеги. Операция прошла успешно. Катетер? Нет, я же доктор. Итак, начнем. В операционную.